А вот смотрите, здесь много пенечков, на которых, наверное, при желании можно съесть очень и очень много пирожков, если вот сесть, посидеть и покушать захочется. Может быть, даже не только пирожков, а чего-то другого, более существенного. А вот там вот густой, ну, не валежник, а какой-то бурелом, да, сквозь густой валежник, да, у нас пробирался медведь. Стали птицы громче петь, и расцвел подснежник. Вот в том буреломе обычно должен сидеть дикий медведь. Не сидеть, а спать, просыпаться и выползать вот к этим пенькам, чтобы поесть тут пирожок. Ну, сейчас тут медведя нет, есть птички на деревьях, они радостно поют. Подснежники расцветают, весна приходит.